Вообще, я не должен вас этому учить, но перцовый баллончик используют для самозащиты, а не чтобы попрыскать салат. Понятно? Уяснили? Перцовый баллончик – отрава, не приправа. Повторим. Перцовый баллончик – отрава, не приправа. Молодцы. Паркер. Что у тебя с глазами, Паркер? Просто ваша речь меня так тронула, сержант. Вы всем своим видом показываете, что обожаете свою работу и заботитесь о нашей безопасности. Паркер, ты ослепил себя баллончиком? Я хотел поперчить мясное чили, но направил его не туда. И ты, видимо, хотел поделиться с офицером Ройл? Моя щедрость сыграла со мной злую шутку. Злую шутку с тобой сыграла не щедрость, а тупость. Пусть это будет уроком для всех. Движемся дальше.